есть лето, солнце правды и свет. Там где-то ответы, ни болезней, ни бед. Как хочется нам туда, где светит одна звезда, где с нами любовь всегда. Thank you.
Здравствуйте, дорогие мои. С вами передача «Лаврские встречи». Я ее ведущий, священник Анатолий Першин. У нас в гостях гусляр Егор Стрельников. Здравствуйте, дорогие друзья. Вас приветствуют гусли и гусляр. Я исполнил для вас свое произведение, которое я назвал «Рапсодия весна». Вот. Я Егора уже давно знаю, не первый год, и мы встречаемся. Но вот как-то у меня не было даже мысли пригласить его на телеканал «Союз». Мне уже казалось, что это уже произошло. А вот недавно до меня дошло, что обязательно надо его показать, его искусство. Но вот когда я слушал, Егор, то, что ты играешь, мне совершенно не хотелось ни о чем говорить. Потому что гусли настолько говорят сами за себя, что трудно что-либо добавить. Вот, но все-таки мне захотелось задать несколько вопросов. Ну, вопрос первый. Как живется гуслярам современным в этом мире? Какие они? Богатые, бедные, несчастные, счастливые? Что они делают? Как это вот с гуслями пройти по жизни? Ну, скажу так. Мы родом из СССР, и в то время вообще гусляров-то не было практически. Но был только вот мой учитель, там, Дмитрий Лакшин. А если иметь в виду гусляров, ну, вообще гусляры эстрадные, но которые вот стали выступать для людей, они появились уже практически, ну, перед революцией. То есть там по указу или там по какому-то распоряжению царя Николая II был создан ансамбль балалайщиков под управлением Андреева, Василия, по-моему, да, Василия Андреева, куда включилась группа гдовских гуслистов из Гдова. Потому что Псковщина, Псковская область, самая богатая была наследием гусельного искусства, где фольклористы записали более 2000 наигрышей в экспедициях. Но в основном это были наигрыши и попевки. А, в общем-то, наше правительство как раз в то время заботилась об образовании и о патриотическом просвещении нашего русского воинства. И помимо книг, которые были выпущены для этого контингента, это «Нечеволодов. История России», а также был создан ансамбль для того, чтобы он выступал перед бойцами. То есть это было еще до Первой мировой войны. Чтобы поднять дух, да? Чтобы поднять дух. Воинский. И туда включились и ансамбль гусляров. Вот. Но так как раньше не было микрофонов и не было звукоусилительной аппаратуры, гусли, традиционные гусли, традиционные конструкции, они были маленькие. Вот, допустим, эти гусли имеют шлемовидную форму, есть гусли, которые имеют крыловидную форму. Псковщина в основном в себе имела крыловидные гусли. Шлемовидные, ну, есть вот у нас в музее, этнографическом музее, можно в зеленом зале, можно увидеть шлемовидные гусли в Новгороде, но они тоже небольшие. И они обычно... Гусли — это слово славянское, струны. Гусла — это струна. Вот граница Ленинградской области, Петербургская, Финляндия, там тоже гусли, только они называются кантели, финское слово кантели, оттуда даже слово кант, мы вот поем канты, это божественные песни, оттуда слово. И получается, что гусли тихо звучали, а на шлемовидных гуслях вообще были натянуты жильные струны, не металлические, а жильные, то есть как сейчас мы это называем карбоновые, там нейлоновые, тихо звучащие инструменты, которые просто... Я уж не говорю о помещении, но в основном это на улицах выступление было, там на полях, и, конечно, было не слышно. Поэтому попросили одного мастера, Привалова, который усовершенствовал звучание гусли, то есть он усилил резонирующую коробку, ну, то есть он произвел буквально за какой-то короткий промежуток времени целую эволюцию
над этим инструментом, допустим, эволюция скрипки была там веками происходила. И полностью эту эволюцию в конечном итоге закончила Страдивари. Вот. А до этого что было? До этого были новгородские гудки. Это вот типа грушевидной формы, такой гудящий инструмент, и имеющий там три жильные струны и смычок такой. Вот. И до сих пор даже вот у многих народов есть похожие инструменты. И гусли, и гудки. Вот, допустим, есть афганская лира, которая один в один по форме имеет форму нашего древнерусского гудка. Вот. Но гусли пережили эту эволюцию буквально там за несколько месяцев. И потом этот инструмент стал вот примерно похож по конструкции на этот. То есть появилась такая большая подставка, которая усиливает звучание резонирующих вот этих струн. Естественно, струны были металлические. И стало уже слышно доходить звучание до людей. Вот. И поэтому... Вот изначально вы задали вопрос, я ушел в сторону, как все началось, да? Да. Егор, я так понял, что ты можешь разговаривать о гуслях день и ночь, потому что ты любишь этот инструмент, а зрителям хочется послушать, хорошо, как ты играешь. Ну, а теперь... Ну, что вот сейчас ты сыграешь? Сейчас я... Ну, в основном я, конечно, сейчас буду не играть, а как бы подыгрывать. Я хочу исполнить вам... фрагмент былины, древнерусской былины, Илья Муромец и Сокольник, ну, только несколько стихов. Угу. Вот. А ты сам обрабатываешь, да? Ну, естественно. Дело в том, что тот материал, который я использую, тоже, кстати, наводящий вопрос, который всегда задаются. Откуда вы берете этот материал? Это... аудио, фонограммы фольклорных экспедиций и также записи, нотные записи и тексты, которые выпускаются в книгах. То есть раньше это выпускала Академия наук, и также монографии, там новгородские былины, там и монографии. Так, не там. Будем углубляться. Да, ну, короче говоря, сыграешь-то. Вот такие источники. Вот. Далече от города вот ты Киева, ай, недалеко, не близко, да за 12 верст стояла застава да богатырская. Там ни конные, ни пешие не прохаживал, ни рыскучий зверь да не пробегивал, да ни серый тавок да не прорыскивал, да не ясный сокол, да не пролетывал. Да не русский богатырь, да не проезживал. Кабы было тут 30 богатырей, 100 богатыров, атаманом был Илья Муромец, Илья Муромец, да сына Ивановеч. Под бутом о нем Самсон и Кал Иванович, да Добрыня, да Микитич жил в Описарях, да Лёша Попович жил в Оповарах,
Пьяная мишка, тарабанюшка, жила в оконюках. Да я жил там и Василий, сына Буславию вещь. Да я жил там и Датюка, да сына Степана вещь. Да и жил там и Микита, Преширокия. Да и жил там и Родион, да Преширокия. Да и жил там и Дунай, сына Иванович. Да и жило там множество света богатырев. Они хранили, караулили стольно и Киевград. Господи. И мы, мне кажется, это так мы историю нашу, да, можем через эти произведения прочувствовать, познать историю. Да, мы можем узнать, да, не просто историю, мы можем, даже если это аллегорическая информация. Там же имена, конкретные же имена, да? Мы можем узнать даже место, где эта история происходила. Допустим, такие вот былины есть, где, вот именно духовные былины, где, допустим, встреча Святогора и Ильи Муромца. Вот у меня, я тоже такую исполняю, но она долгая, я думаю, как-нибудь в следующий раз. Вот, но обычно я, конечно, кратко рассказываю сюжет былины и где-то фрагментально что-то рассказываю. А вот, Егор, а духовные есть что-то у тебя в репертуаре, духовные стихи? Духовных стихов тоже много. Я не силен в пении духовных стихов. Я духовные стихи исполняю не сам, а либо с женой, либо с женским голосом. Ну, вот, из духовных стихов, вот лично вот в таком мужском исполнении. А вот этот стих про Георгия Победоносца. А вот про Георгия Победоносца, да, же... вот есть духовные стихи, есть духовные былины, как называют. А, былины. Подразделение духовных былин, это вот чисто мужское. А вот расскажи вот сюжет этой вот. Да, хорошо, сейчас. Нам сейчас перестраиваться. Я немножко перестрою пару струн. Можешь разговаривать и... Да. Кстати, насчет строя. Гусли настроены белым строем. Что значит белый строй? Без диезов, что ли? Да, то есть, если иметь в виду белые клавиши пианино. Ну, ладовый, да, так получается? Какой-то лад. Одноладовый строй. В этом, конечно, недостаток в плане современного исполнения, но... В то же время это большой плюс, потому что если играть на гусах с таким строем, то ошибок каких-то не заметишь, когда слушаешь, потому что строй, одноладовый строй, он просто везде благостно звучит. Какую ноту не возьми, вот. Там, то есть нет каких-то резонирующих... Диссонирующих этих, так сказать... Читание. Интервалов там, каких-то нот таких вот. Вот. И вот я про этот строй. А былины, духовное мученичество Георгия Победоносца. Ну, сейчас вот это русский народ эту былину сочинил. Судя по музыке и по стихам, вы поймете, как русский народ любил и любит этого небесного покровителя. Вот. Лучше сыграть, чем рассказать. Хочу еще сказать, что эту былину открыл мой коллега Максим Гавриленко. Он сделал свою аранжировку. Я у него взял из репертуара эту песню. Потом по ссылке послушал, как бабушки поют вот эту же песню. Вот. Спасибо Максиму.
а святое Егорье наверху сидит. Наверху сидит, да он стихи поет. Он стихи поет, да херовимские, херовимские, да серафимские. Приходи в Демьянище, да к святому Егорю стал выведывать, да все выспрашивать. Ты в какую Егорье веру веруешь? А я верую, да верой истину, к самому Христу, Царю Небесному. Тут Демьянища, да рассерожается, рассерожается, да воспылуется. Приказывал Демьянища, да святого Егоря в топоры его рубить, да вопелые пели. А святого Егорья не берет топор, не берет топор, да все ломается. Не берет его пила, да все щербается. А святое Егорье наверху сидит, наверху сидит, да он стихи допоет. Он стихи допоет, да херовимские, херовимские, да серафимские. Приказал Демьянище, да святого Егоря, погреба его копать, да в глубокие. Сорока сожжен, да все печатанные. И святого Егоря погреба закопали. Поднималась туча, туча грозная, со восточною, да со сторонушки. За мелким дождем, да непогодою, пора все животы пески, да поразвеяла, серым каменем, да разворочала. И святое Егорье выходило в народ, а святое Егорье наверху сидит. Наверху сидит, да он стихи поет. Он стихи поет, да херовимские, херовимские, да серафимские. А святое Егорье наверху сидит, а наверху сидит. Он стихи поет, да херовимские, херовимские, да серафимские. Спасибо, Господи. У меня тоже покровитель Георгий Победоносец, 6 мая. У вас, да? Да. Ну, замечательно. Значит, День ангела. Мы оба так же. Все, Господи. Конечно, гусли ни с чем не сравнимый инструмент. Меня лично захватывают все звуки, и все во мне внутри ликует. Какие-то струнки души тоже задевают. Ну, это можно глянуть в библейскую историю, когда будущий царь Давид пастухом, его, по-моему, братья царя Саула брали к царю Саулу его с гуслями. Ну, там они назывались по-древнеарамейски, ну, те же гусли, да. И он звуками изгонял злой дух.
из души этого царя Саула, ну, исцелял его вот звуками этих гуслей. То есть гусли имеют вот это вот такое средство, как бы целительное или средство успокоительное. Вот, они где-то, их называют еще как маленькая звонница, потому что известно, что колокола, они тоже изгоняют бесов, и в то же время они убивают вирус и, в общем, тоже успокаивают. Ну, то есть такая идет вибрация, такая, да? Да, да. Сказать, благодать. Дети вообще засыпают под гусли. Ну, то есть, когда спокойно музыку играешь, они зевают. Вот. Ну, то есть, это естественная реакция, когда вот они слушают. У меня малыш маленький всегда, когда беспокойный был, я старался играть что-то спокойно. И, ну, подпевать, и он как-то вот засыпал. Вот. Здорово. Такого папу иметь, чтобы он тебя засыплял. У других народов тоже гусли только и существовали, и у некоторых до сих пор существуют. У японцев, у китайцев. Ну, просто свои названия. У японцев кота. Даже у киргизов и у казахов. У казахов это житаган. Житаган называлось. Это семиструнка, да. И раньше, он был сейчас утерян, но предки моего друга рассказывали, что использовали для того, чтобы, как колыбельная, для того, чтобы успокоить малыша. Люлька вот в этой юрте, и гусли подвешены просто возле люльки, и вот человек лежит, там тот же отец, и он по струнам, задевая струны, задевает, и вот они в одном ладу. Игорь, у нас время заканчивается, да. Наша передача. Извините. Спасибо, Господи. Дорогие мои, на этом наша передача подошла к концу. С нами был гусляр Егор Стрельников. Божьей всем помощи. И до следующей встречи. Спасибо, Господи.